Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. Кстати, нажмите на колокольчик, чтобы сразу получать уведомления о новых видео. Это продолжение партии за Японию в Sid Meier's Civilization 6 со случайными технологиями и режимом корпорации и монополии. Если вы случайно наткнулись на это видео и не знаете, что было в начале, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать с самого начала. Ну а спонсоры канала все видео видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. И приятного продолжения просмотра. О, еще кого-то первый встретил. Брюссель. Слушайте, это я очень здорово сюда заехал. Ну, Брюссель, кстати, не прям уже офигительный. Представьте, чудес света увеличивается. Ну, хотя, че уж. Тоже неплохо. Так, значит, здесь мы обязательно начинаем библиотеку строить. То есть я получу 4 науки. После библиотеки можно сразу храм. Поехали, наконец-то. Пока стоим галерой. Так, и... Слушай, так я уже в золотом веке. Тогда, может, не это, не обращать. Давайте просто поисследуем. Не то, чтобы я прям офигительно хотел... Мне кажется, Маастрихт сам должен будет обратиться, у меня такое ощущение. Хотя... Может, обратить? Создание гражданских. Тут, кстати, тоже в тему гражданских. То есть я тут рабочих вместе с Лян, получается. Должно неплохо делаться. Греция, у тебя союзы через сколько будут? Взял сходу. Окей. Так, значит, здесь 30% гражданским юнитам, тут 30% к зданиям. А это 15% к науке. Заменили. Так, где у нас кампус тут может встать? Ну, вообще, вот тут будет плюс 2. Да. Так себе. Голландец, да, у тебя получается религия няш-мяш, правильно? Вот у этого здесь наука явно, у меня поэтому у Норвега 46 науки, что у него Шиен тут 15% дает... пряности, и явно у него тут еще кампус очень неплохой. Блин, но мне эта пряность нужна, я думаю. Мне ее надо выкупить. У нас по великим людям вообще. Там, наверное, ученого уже какого-нибудь отличного взяли. Плюс одна наука библиотеки, да. Ну, остальное... Голландец. Да что такое, что вы? Молочко марафон сегодня. Все хорошо. Снесли. А, ну вот. Спасибо за игру. Человек не захотел мириться и дружить. Всем спасибо за игру, всем хорошего вечера. Ну что, Геликарнас. Геликарнас нужен. Притормозил немножко меня, молодец. А, я еще гавань не построил. Ну, то только здесь он может быть, ладно. Обидел человека. Пока подождем. Он мог поставить два города под Торос. Я поставил один, типа, и он сказал, что у него нету больше вариантов, как развиваться. Хотя у него. Давайте хотя мы вдвоем на континенте, у него еще полконтинента свой. Ладно, обращу Маастрихт. А, ни хрена он не обратился. Блин. Надо было прошлым ходом обращать, был бы в моей религии.
сверху не проплыть будет. Ну я высажусь, слушайте, давайте, нет, давайте я высажусь, потому что если я сейчас уеду, то вот эта клетка станет, нет, не будет, она уже не видела, все, поехали тогда. Поехали, наконец, исследовать дальше территории. Ух ты, плюс 1,7. Но он пока, он явно сюда отправил губернатора, но он пока не приехал просто. Давайте я выкуплю клетку все-таки. Потому что иначе корпорации у меня не будет на перце. Зачем так нужно было пряность выкупать, японец, Алексей? Потому что у меня иначе корпорации не будет. Я тебе железо даже специально оставил, второе не стал вторую клетку докупать. Можешь выкупить. Вот железо мне меньше надо, чем третье пряное. Извини, у нас вон сверху норвежец, магнат по пряностям. И он может сидеть 30%, короче, себе науку разогнать так, что потом жопа будет. А, пряности науку дают? Да, 15%. Блин. Славно науку с норвежцем, а мне тут вон, на золото да на веру достались. Что-то не то это. Ну и что ты в веру не пошел тогда? Не, вообще только на жилье. Так, что надо сначала железо обработать. Да, железо Микоти нормально насыпало. Еще, кстати, по корпорациям, она же может быть только одна быть. Соответственно, зависит от количества ресурсов. Пока как бы у него две написано. Возможно, это вообще вся. Если у него две, у меня три, тогда это только мне в плюс будет. Но на самом деле нифига не понятно. Да, знаете, начну я тут с заповедника в этом городе. Грузия — это Турция, получается. Пойдем сахар, что ли, обработаем. Так, а он сразу оливки выкупил. Ну, что поделать. Так, пока тут растем, тогда маяк и храм. Угу, не проплыть. Так, ну тут просто возвращаемся сюда. В Нагано. Давайте сначала амбар, потом гавань. С гавань на плюс 6 вообще офигеть. Гавани хорошие, проблема в том, что я торговцев... Ну, мне придется за веру как-то купить торговца. Видимо, какие-то проекты почитать. Так, вообще, исторические хроники открыты у нас. Я не хочу госслужбу, там еще никто в союзы не вышел. А кто-нибудь вообще в союзы планирует выходить? Найти бы их сначала. Кстати, да. Да, они сразу за политической философией, где их, что их находить. Вы еще и в политическую философию не вышли? Нет. Ну, Шумер вышел, не знаю, что он не видит союзы. Я про других не веду. В смысле, сразу бы за политической философией? Ну, сверху. Как, какой за морской традицией? Нет. Нет. За средневековыми ярмарками? Нет. За играми. Сразу после политической философии.
Союзы. Мы про союзы говорим. А, союзы. Я про феодализм. Я просто... Чё, о чем что болит, о том и говорю. Фотографию ускорил. Математика. Ставим город. Не, я реально хочу просто здесь. Только, наверное, все-таки с амбара начну. Или амбар мне выкупить? Слушайте, а Аютхай работает, если я строю. Мани, именно, убери, да? Разведчик. При постройке. Куда? Ну тут, наверное, все-таки надо выкупить. Амбар справа построить сначала. Спасибо. Потому что слишком мало жилья. Мы будем долго строить. С рабочим. Я пока подумаю с рабочим. Так, тут амбар есть, растем. Гавань у нас вот тут на плюс 3 будет. Давайте я в Токио сначала правительственную площадь, вот эту клетку выкуплю и поставлю. Так. Здесь тогда священное место начнем. Потому что у нас священные места половину стоимости. Для Японии. Блин, кампус, конечно, тут только плюс 2. Блин, что, блин? А, нет, вот, Гликарнас есть. Не знаю, мне храм, конечно, надо сначала построить тут. Несомненно. Так, а зачем я военную подготовку? Чтобы что-то поменять на соседство кампуса. Так. 42. О, одним кампусом уже зашибись, да? Даже с одним кампусом уже неплохо. Так, госслужбу я пока отложил. Ну, никто не вышел в союз, зачем мне ее открывать? Морскую традицию, несомненно, мне надо. Да, ну мне, наверное, придется не монументальность брать в Золотом веке, а соседство гаваней. Потому что у меня куча, ну, гаваней и коммерческих районов. У меня будет куча золота, и я пока смогу что-нибудь другое строить. У меня, видите, гавани в Киото, очень неплохая гавань, плюс 4, тут плюс 5. То есть я соседство еще возьму морской традиции, это вообще будет плюс 10, да, понимаете? Блин, опять что-то поломалось. Слабое извержение. Только улучшена вероятность. Этот. Урожайность 5 клеток. Нормально, слушайте. Ну, мне прям Фудзи тоже нравится. Пока. Слушайте, тут бы, конечно, первого посла уже взять. Смотрите, как быстро морская традиция, потому что я где-то достроил здание в каком-то городе, похоже. Так, обработку железа, водяную мельницу. Я где-нибудь буду строить вообще? Сейчас точно нет. А надо ли мне... Ну, вообще лесопилки нужны. Ладно, давайте строительство открывать. Достаточно жилья. Производство. Слушайте, а может мне тогда... Не в Нагано, а в Йокогаме делать. Тут у меня где-нибудь будет кампус нормальный. Да, у меня тут есть хотя бы на плюс 3. Да, мне надо будет в Йокогаме сделать. Плюс 4, ребята. Плюс 4. Вот мне где нужен кампус. Причем я, наверное, даже сразу пойду строителям вырубать тут все. Япония на люди, предложение. Шотландия, предложение. Да, кстати. Кстати, да.
Слушайте, ну там, наверное, голландец уже нашел Айотхаю. Не будет он пока ее перекупать у меня. Может, перерыв, когда век закончится? Согласен. Слушайте, за Японию всегда приятно играть. Это какая-то слишком крутая цивилизация с этими соседствами. То есть плюс 5 гавань чисто за счет способности Японии на самом деле. Я тут даже особо других... Так, а давайте подумаем по поводу храма Махабодхи. Я бы где-нибудь... Так, а в Нагано у нас как священные места... Плюс 2, плюс 2. Ну, тут, кстати, будет плюс 3, например. Ну, блин. Я бы, может, тут поставил священочку, а тут храм Махабодхи тогда. Тогда, например, тут театралку можно было бы. Ну, храм Махабодхи это два апостола. То есть я смогу укрепить религию. Без того, чтобы тратить веру на... это дело. Ну, а тут театралка, потому что соседство будет. И я тогда, кстати... И вот здесь можно еще аквапарк. Это еще плюс 2 к театралке. Вот это интересно. Вот это уже интересно. Интересно, норвежец расселился? Так. Что-то амбар долго тут строится. Хотя, может, тут монумент куплю. 120. А, подождите, я маяк построил, а караван не купил. Давайте из Йокогамы караван. А, 130. Давайте я даже в очередь его тут поставлю. Так. Здесь после правительственной давайте маяк. Здесь после амбара гавань стоит. Итак. Два хода до морской традиции. Ну, кстати, она, возможно, даже... Ведь я достраиваю здесь здание, возможно, даже следующим ходом будет сделано. То есть, благодаря гаваням я могу отложить немного строительство кампусов на следующий век. Потому что у меня будет наука за соседство. Подожди, откуда у меня торговец идет? Слушайте, ребята, такое ощущение, что... В этом режиме идут очки великих людей, торговцев из-за гавани. Вы это проверяли вообще? Нет. Потому что у меня нету ни одного коммерческого района, а у меня 2,3 вход. А это, скорее всего, от гавани. Золотого века? Может, от Золотого века, нет? Я не в Золотом веке. Нет, коммерция это от корпорации идет. От корпорации? В смысле, у меня нету корпорации. Ну, как там первое? Короче, вот... А, вот оно что. Там мраморное предприятие, Алексей. Слушай, но это... То есть от предприятий идут очки великих торговцев. Ну, это ж хорошо тогда. А то я, блин, сижу тут на воде, у меня даже коммерческих районов, возможно, не будет, а что-то капает. Это приятно. А давайте я этого торговца куплю за веру. Хорошие этот плюс торговые пути.
А у кого там 7 очков великих торговцев вход? Это кто? Это Мали, что ли, настроил своих? У меня 7 очков идет. Оракул, большой бассейн. Оракул хорошая штука. Оракул тоже Мали построил? Кто? Оракул Мали построил? Да, да. Ну, ребят, там, конечно, сейчас жопа будет. Мали сейчас будет великих людей выкупать за веру. Давайте хотя бы этого ему не дадим взять. Было бы ее так много. Прикол в том, что Мали нельзя как-то задеть. Ну, даже вот если что-то разговаривать про это, то вообще невозможно. Ваня. Мне до Мали не добраться никак. А он там на отшибе сидит в своей пустыне, ему хорошо, блядь. Грек такой же там сидит. Не грек. Да не, грек нормальный, да. Я имею в виду, ну, что он, то есть, не в войну идет, наверное. Так, давайте, пожалуй, это первого посла поставим. Ну, соседство гавани, да. Я зато военный лагерь построил вместо гавани в столице. Уже поставим. Так, делаем вот так. И один посол есть, наверное, все-таки... наверное, все-таки никуда. Я могу Женеву засюзеренить, все города плюс 15%, если не ведете... А давайте... Плюс 15% к росту, еще и вон территорию открыли. Вообще зашибись. Какое-то чудо еще обнаружил. Блин, что-то я зак... Да, слушайте, хорошее чудо. Тринифрит. Так, ну... Монополия явно у Норвегии будет. 4 хода. Отлично. Давайте театралку откроем. Я с тобой никакой не хочу. Нет. Обидненько, обидненько. Еще один получается. А чё так? Ну а чё? Ты тут сидишь в натуре один. Ещё союз. Ну, получается, вот видишь, все подстрекать. Да-да-да, кстати. Все подстрекать. Не, сейчас посоюзились, а тут всё. Послушай, у него, во-первых, больше всего торговых районов, а плюс у него... эти веры явно... Я просто не вижу, сколько у него веры, я же его не встретил, но Оракул сохраняет 20% от покупки великих людей за веру. Веры у него должно быть много, у Мали-то. Я вам больше скажу, у него чудо на веру, которая гора Синай. Еще и чудо на веру. Давайте еще союз с ним заключим. Я брал этот бонус. Строительство я так открыл. Драма и поэзия, это за счет строительства здания, видите, получилось. Ну, давайте, наверное... Шоколадное предложение. Блин. Давайте, наверное, божественное право. Наверное, пока не буду монархию все равно брать. Так, тут буду лян повышать. Давайте сначала аквакультуру, потому что мне для столицы нужна аквакультура. А дальше там уже посмотрим. Так, вот здесь я хочу, очевидно, центр коммерции все-таки организовать. Наверное, вот сюда. Чтобы мне где-то торговца использовать. Тут вырубаем и... Следующее у нас в очереди будет кампус. После торговца. Храм завершен. Ну, вот здесь теперь парочка строителей.
Ну и как-то фабрику я здесь организую. Как раз вот этим сейчас пойду. Не, Йокогама тоже хороший город. Очень мне нравится. Давайте я выкуплю вот эту клетку сразу. 5 ходов. А, вот, я допер. Почему он эту выкупил? Потому что тут железо. Но он тупанул, мне кажется. Зачем? Зачем? У него что, не было железа? Давайте посмотрим. У него железо. Да, у него железо есть и так. Зачем выкупать стратегический ресурс, который у тебя уже есть, когда у тебя есть ресурс роскоши, который у тебя нету? И тем более это 4 еды вообще-то. 4 еды. Так, что у нас? Что у нас пряности хочет? Янтарь. Ой, я прекратил янтарь торговать. Голландия, предложение. Так, напоминаю, что следующим ходом у нас перерыв. Я просто таймер уберу. На сколько перерыв? Ну, давайте минут 10-15. Так. Блин, а что там можно было походить? Этот приехал. Сюда. Сейчас селитру еще открою. Ну, кстати, селитры у меня может не быть. А, я хотел здесь этот купить. Да-да-да, надо купить монумент. Так, ну что, вышли в золотой век. А, все вышли в золотой век. Блин. Жаль. Ну, вольнодумство надо брать. Монументальность, значит, ну, потому что это наука, да, от гаваней. Я думаю, то есть мы получаем науку от гаваней, культуру от Аютхаи. Поэтому я думаю, что надо сосредоточиться на строительстве священных мест и в следующей эпохе попытаться, наверное, Шумера захватить. То есть покупать... Почему на священных мест? Потому что сосредоточиться на религии, построить... Что там? Резиденцию магистра и за веру, в общем-то, покупать юниты и напасть там на кого-нибудь. Как-то так. В Нагано надо Магнуса будет. Потому что тут, видите, тут вырубать надо... Пойду, пожалуй, вот этих лыж... Или, блин, или крабов. Ладно, крабов давайте. Тут у нас два заряда, надо обработать пряности и потом там фабрику поставить. Так, мы открыли монархию, но не знаю, мне пока античная республика больше нравится. Ученичество, образование, чудо света античности. Кстати... Кстати, ускорю геликарнасом. Давайте так. Тут дальше исследую территорию. Очертания нашего континента приблизительные. Феодализм. Феодализм, кстати, это как-то далеко. 4 торговых пути, это я смогу сделать. Так, Шумер, ты в госслужбу вышел или куда-то в другое место? О, у меня Токио прям... Селитри, вот еще... Я проходил. Вышел я в госслужбу? Да. О, госслужба у меня видна, но я еще не начал изучать. А во что ты вышел тогда здесь? Какой-то в монархию? Ну, сейчас закончу ее, да. Ну вот, видите, вот тут мы имеем 8 науки уже, да? Здесь 10 науки. И, кстати, следующим ходом пересчитается, побольше будет. Что же, план... Уже планы по захвату прорабатываем. Ну, если я тебя спрашиваю, вышел ли ты в госслужбу, наверное, я хотел с тобой союз заключить. Сейчас я и изучу немножко осталось.
Ну, у меня есть 105 ходов до госслужбы. 105? 5. Ну, ладно, а, окей. Да. Ну, с тобой голландец стопудово, я хочу заключить. У нас должны быть караванчики, ну, очень, да, жирные. Во-первых, караваны хорошие, во-вторых, нам друг с другом воевать вообще смысла никакого вот этого. Проход. А на море? Пускай еще, конечно, за Японию очень приятно играть. Все эти такие соседства. Че, Греция, точно не хочешь экономически? Так, тут мы ждем постройки центра коммерции. Голосование. Голосование. Какую осуждаем? Ну, я бы Малийскую. Мне кажется, нет. Справедливо. Ладно, у меня два города всего. Почему? Ну, как хотите, предлагайте. А Мали это какая религия? Да, кстати, Мали я не могу вообще осудить, потому что мы их не встретили с другого континента. Мали буддизм. Буддизм. Так что там полминуты осталось, ребята. А нижнее что, нижнее что? Ну, я бы повысил на 100% за веру, чтобы вам там на всякий пожарный... Ну, потому что Мали выглядит... Я понимаю, что это против меня. Я сейчас... Ну, нет веры, это типа... Я говорю, но я в этом как раз не собираюсь воевать. То есть мне... Я всячески изображаю наоборот, что я за веру ничего не собираюсь делать. Вот. Поэтому... И голосую за подобный. Так, кампус, гавани, священное место. Все верно. Так, тут буддизм осуждают. А, кто-то влился сниженно на 50% за веру, ребята. А кто там? Это не на нашем континенте. Кто влился? Кто-то там у вас планирует за веру юниты покупать. У Фукуоки вот сюда надо будет гавань ставить. Это Индонезия. О! Так, ну готовьтесь, там ну, как вы понимаете, у Индонезии морские юниты покупаются, так что готовьтесь. Это та еще хрень неприятная. Не, ну у меня и у Мали нет городов на море вообще совсем. А у кого-то ж они есть. Шотландец у тебя как там? Что спросил? Ой, куда я поплыл, блин? У тебя есть города на море? Ошибся. Один есть, да. Конечно, нам бы тоже поволноваться, но я не думаю, что Индонезия сейчас поплывет. Ну, вряд ли он за время действия этой эпохи он успеет к нам приплыть, тут что-то завоевывать. Тем более, это вообще тупо просто. Они города будут отваливаться по лояльности. Это чисто, знаете... Так, Греция, ты говорил, что ты не против, да, религии? Да, я не против твоей религии. Ага, хорошо. Так, Киото растет, отлично. Токио растет, отлично. Только возьми, покупаем... пожалуйста... Там, монумент. Через пару ходов, да, чтобы я видел, обязательно. Крестовый поход какой-нибудь. Не, я не буду брать крестовый. Судзуока растет, отлично. Я небольшой фанат нападать. Нагано тоже можно уже поставить на рост. Йокогама пока не растет. Ну что, в Киото бахнуть уже геликарнас следующим. Да. Вообще, я бы тут в ученичество пошел. Давайте после стремени ученичества апну в лучников. Так. Бля, а чё я три рудника до сих пор не построил? Ну это... Кстати, у меня пантеон на это дело, то есть... Слушайте, а давайте я тут рудники построю, а... Потом...
Вот тут в Якогаме лучше еще одного строить. Блин, 5 ходов, а что так долго? Ну, то есть тут пока нету смысла... А, подождите, я тут вообще поставил... В Якогаме нету смысла спешить на 15% с наукой, потому что у меня тут еще кампус не стоит. Тут просто пока 5 науки. И то это, кстати, 15% от модификаторов. О чем я тут, кстати, 15%, между прочим? Ну, Женева же на рост дает, а не на науку. А, да, 15% науки. Блин. А чё же его никто не союзил, я не понимаю. Странно. Так, что это вот за боевая колесница шумерская меня смущает. Чё, Греция, как насчет союза экономического? Я же говорил, я не буду с тобой союз заключать. Может, мне тут стены построить в Якогаме? Многое упускаешь. На всякий пожарный. Так, слишком много я тебе даю. Так, тут 3 заряда, он тут поделает. Этого я лучше вверх отправлю. Рабочего. Ну, давайте Геликарнас. Пора. Двадцать 8 ходов заповедник пишет. Мачу-Пикчу, у кого-то там этих немерено. Как его? Гор, очевидно. Так, я, наверное, гавань или... Нет, давайте святилище. Все-таки мне святилище и храмы дают еду и жилье. Видите, 3 пищи... Так, а что он только пищу пишет? 3 пищи и 2 жилья дают. Куда ты ведешь свои войска? Рассказывай. Ты не обязан ему ничего рассказывать, молчи. А кто спрашивает? Я не понял. Вот спрашивает Dungeon Master, который играет на Индонезии. Так что ты переживаешь, что с тобой дружба? Какие войска? Не, мне просто интересно, у тебя там... И корабли. Так, мечников я открыл на всякий пожарный, чтобы если апнуть в мечников... Вообще, надо бы апнуть, наверное, в Якогаме. Потому что коляска меня беспокоит. Но они сильные у шумера. Конечно, ну, сейчас-то уже что сильные. Я просто апаю в мечника, и оно же ничего не поможет. Но, в принципе, у меня города слабенькие. С другой стороны, арбалеты, вот... Стены и арбалеты, я не знаю, это тяжело, например, даже этими рыцарями брать. Кстати, смотрите, что у меня 87 науки, а 88 у Голландии. Он тоже явно взял 4 науки. Видите, у него идет наука, 3 науки. Правда, нету соседства гаваней. Но у него явно соседство центр коммерции стоит. Да, а, это кампус. Это вообще кампус? Да, в Голландии же от рек соседство, тоже крутая штука. Центр коммерции какой-то... Какие-то слабенькие у него центры коммерции с другой стороны. Блин, а что я тут хочу сделать? Шахты? Ну давайте, тоже ускорю. В принципе. Так, это у нас из Киота бегало. Но я бы хотел дороги, давайте, наверное, из Нагои. Отправлю. Я бы хотел тут дороги провести. Это из Нагана еще как-то надо будет отправить караванчик.
Вообще, я хочу вот тут сначала шапку, потому что у меня в Сидзуоке маловато, маловато производства. Персидский залив. Так, а кого я еще встретил? О, а как ты тебя встретил? Где мы встретились, Челлини? Рапануи. О, ты уже к нам приплыл, на наш континент? Рапануи, оно за морем находится. То есть у нас ведь расстояние такое маленькое. А, то есть Рапануи это их континент на самом деле? Ну, как бы, ну, как минимум тут... Да, это Филипп, континент наш с грузином. Так, короче, мы не разделены, потому что между нашим континентом и Рапануи две клетки. Персидский залив между нами. Так, а что там? Что там у османов? Кайф, у османа три ртути. Это значит куча науки в будущем. Зашибись. Были бы они грузинские. Могли. А еще у кого-нибудь ртуть, кроме турка, есть? Осман. Осман, предложение. Просто вот меня беспокоит, например, я могу и не сделать на перце... корпорацию, потому что перец... То есть корпорация только одна может быть. Понимаете? Блин, Шумер, у тебя он сверху еще столько хороших мест, а ты зачем-то этот тур вел ставить? Я думал, я успею. Осман, а что ты не хочешь? Так он просто... Он просто как бы навсегда проблема у тебя. Потому что он тебя так вот выдвинут вперед, и там вот будут давай города. Попозже. Ну сейчас. Я не знаю просто. Ну, я кинул. Будут расти города у меня, у голландца и норвежца. И просто он будет тебя. Ты будешь постоянно там беспокоиться, что он отвалится. Пропил сюда немножко. Видите, у меня тут еще место. Ну что, вот это плохое место, разве? Я просто даже не все вижу, но это, извините, два янтаря. Так, ну я могу, кстати, с турком мрамором, очевидно, поторговать, хотя у меня все по единице написано, странно. Ладно, так, пожалуй, я все-таки сейчас возьму сначала Магнуса в Нагано. Я пока Лян не прокачу, потому что ну, мне Фудзи особо вот прям на данный момент сильно не мешает. Есть ученичество. Ну, наверное, надо образование. И универы. В некоторых городах. Из Нагои я хочу... Блин, ну тут же будет разрушаться. Да давайте, наверное, в Сидзуоку отправлю. Мне надо как-то дорогу провести. Просто вот так вести из-за вулкана будет постоянно разрушаться. Нету смысла. О. Иерусалим. Сюда точно надо будет поотправлять. Послов. Маяк завершен. Ну, я бы зал для приемов взял. Дальше нам надо купить
Голландец, когда у тебя союзы? Следующим ходом. Ну, давайте, наверное, в Киото куплю как раз следующим ходом. Какой будем заключать? Шотландия, экономический, конечно. Ну, я так на всякий случай спросил. Пошли в теократию, наверное, да? Теократия у нас через гильдии. Тогда давайте сначала наемников откроем. Ну, я этот караван, естественно, к голландцу отправлю. Кстати, добегает ли? А то я что-то купил. Да, добегает. Нет, слушайте, из Киото как раз не добегает. Ну ладно, посмотрим, сейчас я заключу. Но похоже, я тупанул, надо будет в Нагано перебрасывать. Я просто хотел в Киото производство добавить к чуду. Но похоже, нет. А все в золотом веке. Так а что ты говоришь, Челлини, все научные? Все в золотом веке, все, очевидно, вольнодумство взяли. А, кроме Шумера, да? Шумер взял монументальность, да? Ух, 92-95. Блин, не проплыть. Ладно. Вернемся. Тут производство. Ну, да, там районы на очереди. Я подумал, почему бы не попробовать. Не понял предложение. Принял, принял. Так, тут я шел сюда. Сначала лошадей обрабатывать. Потом я пойду вверх пряности. Пряности. Так, ну что, смотрим. Положение. Смотрим, что у нас отсюда к Голландии. А, нет, добегает. Слушайте, что я. О, в Амстердам. Поехали. Плюс 20. Зашибись. Красавелла. Сотку. Шотландия, предложение. Сотку, это слишком... У тебя много денег, давай сотку. Давай. Окей. Кинешь мне еще раз просто? Да, сейчас. Пока в астрономию давайте. Вообще, мне бы универы построить, конечно, и... Так, ну тут строится, можно убрать. У меня два кампуса, правда, только. Но они, собственно... 85 тогда? В наземных городах как прям раз. Там много. Давай сотку. Ой, тут геликарнас хорош будет. Просто смотрите, сколько у меня прибрежных клеток. Я тут еще все вот этим подлян обработаю. То есть мне даже не волнует, что тут Фудзи будет извергаться на самом деле. Может, мне даже ляны не прокачивать на защиту. Ну, это для Токио скорее даже было бы. Но тут в Киото будет прям вау. Бар, древние стены. Ну тут плюс 4 гавань. Сука, что тут будет гавань прям. Ну я начну все-таки с заповедника скорее в Фукуоке. Так, что по великим людям? Тоже увеличивает. Да, ребят, великих людей не пропускаем, я так напоминаю, на всякий пожарный. Ученый инженер. Хороший инженер тоже на чудеса. Так, давайте смотреть, Грека, ты уже что у нас с промышленными зонами. Плюс 4. Индонезия. А, извини,
вернусь. Блин, ну я тут хотел, конечно, для венецианки. С другой стороны, ну, плюс 4 это плюс 4. Ты смотришь на предложение Союз. Да, мне все равно. Я смотрю на это крайне положительно. Сейчас выхожу и кину когда. О, плюс 4, и тут плюс 4. А, акведук я могу здесь. Подожди, так и тут должно быть плюс 4, потому что... Подожди, а почему тут плюс 4, а тут плюс 3, что-то не пойму. А, еще один район. Да, надо сюда ставить. Потому что он будет тогда и на кампус влиять. Ну и, соответственно, акведук у нас сюда идет. Так, кайф. Хочу апнуть мечника, пожалуй. Или лучше деньги на покупку моей... Если решит на меня напасть, наверное, шумер, тогда и можно апнуть, правильно? Просто закончился пока. Но рост возобновится, когда я зал для приемов построю, а это 3 хода. Так что недолго ждать. Значит, посла держим, если мне кто-то решит Аютхаю перекупать. А, Аютхаю обязательно кто-нибудь... Кто ее встретит, обязательно решит перекупать, потому что, ну, это супер... Я очень много культуры с нее сейчас имею. Не вход, а за строительство зданий. Так, ко мне кто-нибудь посылает? Что-то голландец не посылает пока. Ай-яй-яй, Греция. Блин, нам бы сюда вообще-то съездить. Там какие-то... Давайте, наверное, я вот этим лучником. Блин, а с другой стороны, пока нету перемещения по океану, это я очень долго буду туда лучником ехать. Очень долго. Так, наемники открыли. Ну что, в меркантилизм пойдем? Гильдии. Ну, что это мне пока не нужно. Я даже, наверное, с плюс 100% к центру коммерции вряд ли. Чеченица, конечно, возможно, но не сейчас. Пошли в меркантилизм. Или в теократию. В теократию. Что в меркантилизм? Теократия. Получается, грек сносит молитв? Ну, пытается, да. Ну, пока бью войну. Так, дополнительный караван. Шотландия, можешь объявить? А он с генералом напал хотя бы? Или без? По-моему, так нельзя, да, вот эти договоренности. Как нельзя договариваться? Ну, типа, если я объявляю войну, то... А, стоп, я ему не... С тобой в военном союзе, я же не просто так с тобой его заключил. У меня союз. Я думаю, мне из Токио или, наверное, из Нагана стоит. Из Нагана. Так, а где у нас давайте сначала дипломатическую службу. Потому что мне нужна карточка на производство в эти города. Особенно в Нагана. Там у меня чудо одно важное должно в будущем строиться. Так, делаем. Давайте кампус, пожалуй. А гавань у нас как тут? На плюс 3 будет. Но сначала кампус. Тоже, видите, из Нагои надо будет караванчик на производство. Блин, в Киото дострою Геликарнас. Я даже не знаю, стоит ли мне... Блин, мне вот промышленная зона, конечно, хочется на побережье. Но может тогда в Нагано на побережье? А, ну, вот тут венецианка тогда встанет, да? Но уйдет, правда, тогда одно соседство. Тут всего лишь плюс один с другой стороны. Ну, акведук это мне все равно тут нигде не поставить.
Непонятно, в общем, пока с соседством, но производство вроде ничего так идет. Надеюсь, геликарнас никто у меня не уведет. Но я не вижу просто... Ну, наверное, голландец может. Знаете, как можно проверять? Ну, это, правда, только на открытых клетках. То есть сделать поиск по геликарнасскому мавзолею. Подожди, гели... Он же на гели пишется. Гали, господи. Я думал, от гелий солнце, типа. Нет, на известных мне клетках только я строю. Ну, может быть, на другом континенте, конечно. Количество торговых путей увеличено. На золото Вейтховен. Да, кстати, теперь уже наш континент не особо большим выглядит. Кстати, уже как минимум 3 руинки. Но фиг я туда доплыву пока. Наверное... Ну, в Токио есть производство от этого. Наверное, все-таки в Нагое куплю. Торговца. А, в смысле, подождите. А что... Нет, я куплю в гавани сначала маяк в Нагано, следующим ходом надо будет купить. Рынок, так, что по великим людям? Торговец так себе, Норвегия уже построила промышленную зону, кстати, первая. Но я думаю, что мне все-таки надо здесь строить, где мне игра вот на плюс 4 предлагает. То есть сначала надо рабочего будет... сделать, чтобы убрать овец. Не, Грек без генерала пошел. Ну тогда есть шанс. Такое. Тем более у Мали там плюс 50% еще к покупке. Без генерала вообще в цивиле нападать это такое себе. Видите, я в уникалов не вышел еще своих. Стоп. Астрономию отложим. Три фермы я точно не построю, у меня тут как-то с фермами вообще не фонтан. Ну и в Кёто надо рабочих просто вот это все клетки обрабатывать, нет, потому что тут сейчас с геликарнасом это будет просто офигительный город Кёто. У тебя очень неплохие города в пустыне. Очень офигительный город. Не хочу пока апать. С Петрой тем более. В одном городе. Что? Что-то Шумер вообще как бы по не поводу знаю, союзов не волнуется. Я даже не поэтому напал. Ты как-то очень быстро развиваешься. Мне кажется, знаешь, норвежец подумывает пилить Шумера, собственно, как и я. Ну, потому что вот это 43 сейчас. То есть вы представляете, что в следующей эпохе, насколько мы будем его опережать. Ты можешь мне потом аукнуться. Камон, мне тут даже компусов негде ставить. А религии на 10 человек победить тяжело. Практически невозможно. Я даже... Надо только решить, какими юнитами... Ну, понятно, у него... Тя? Непонятно пока что. У него, кстати, я лидер по очкам из тех, кого я встретил. Напоминаю, что у нас ограничение 160 ходов. И не видно силы юнитов, потому что военная победа отключена. Специально, чтобы не было видно. Нидерланды Марко Поло получили. Пожалуйста. Это который 100 монет дает? Нет, это который там... Подожди, что за Марко Поло? Да, бесплатного торговца. Еще и флотоводца. Так, я загрузился. Странно. У него быстрее флотоводцы набиваются. Посчитайте кто-нибудь, пожалуйста.
Готовы? Раз, два, три. Так. Храм Махабодхи можно только со священным местом, в котором храм есть. Так что сначала надо священное место организовать. Здесь мы купим маяк. Смотри, у меня через два хода уникалы, через один. Так, если сейчас никто не подрубит на Галикарнас, то он мой. Ты думаешь, мне денег не хватит? Серьезно? Надо проверить, а вдруг не хватит. Я думаю, он блефует. Да нет, может быть, конечно. Так, ну что? А, не, прикол тут. Ну, знаете, почему здесь больше гавань дает соседство? Потому что тут соседство чисто от ресурсов, получается, да? А здесь соседство от центра города. Грек, предложение, я тут покачаю. Вот, я, честно говоря, могу себе с варварами. Я, конечно, могу вот сюда или сюда поставить, да, и таким образом, но если я сюда собираюсь заповедник ставить, то тут у меня уже районы не будет бессмысленно. Поэтому я бы, наверное... Блин, хотя тут гавань 25. Слушайте, мне вот отсюда надо будет караван отправлять, очевидно. Сколько стоит купить караванчик? 150. Следующим ходом куплю. Давайте гавань сначала начну. Здесь. Что-то тут убираем. Ну, это способность Японии, конечно, вот это соседство рядом с центром города, такое аж плюс 2. Так как он район считается, и получается, что даже не зря, вот, что тут ресурсов столько. То... Мы имеем очень неплохое соседство в итоге. Так, один ход остался до зала приемов. Блин, а что у меня первый посол стоит? Слушайте, а может отправить в Иерусалим? Тут-то точно надо три... Да, давайте. Раз пока он стоит, я отправлю в Иерусалим и добью потом до третьего. Там, наверное, у него союзник... Нету сюзерена, слушайте, а Иерусалим-то... Ну, это зря... Слушайте, я не знаю, почему у меня... Ладно, там Шумер, может, он, видимо, не особо... Ну, Феонор и особенно Дед Бородет, они все опытные игроки. И не союзить Женеву и Иерусалим? Вот что они союзят? Я просто не понимаю, или они держат этих послов? Ну, извините, Иерусалим, три... У вас священные места, вы все... Ну, голландец... Голландец, ладно, он без религии. Но голландец мог бы тогда Женеву союзить. Плюс 15% так, к науке. Опять на счет давай. Плюс 15% да. К науке без войны. Найдена Женева первой. Он что, Унсу союзит? Нет, Унсу союзит Шумеры. Что она дает? Вот куда? Плюс они за перечень. Ну, такое. То есть, сейчас куда девают своих послов, меня спрашивается норвежец и голландец. Что может быть круче, чем вот в данном... Для норвежца, например, Иерусалим, раз у тебя есть религия... Потому что у тебя священные места, все священные места, все города со священными местами влияют, как будто это священные города. Раз. То есть это в два раза сильнее. Три. А Женева просто плюс 15% к науке. Странно. Просто странно. Куда, что они с этими послами делают? Солят их, что ли? Так, во-первых, из Фукуоки нам надо торговца будет посылать. Дальше построили зал для приемов, поэтому тут везде на... Не везде, в смысле, где у нас сидят губернаторы.
Ага, рынок завершили, да-да-да. Так, универ, естественно. Ну, вот это один ход точно можно я открыть. Я принял навек. Ой, какой тут у меня будет город. Все обрабатывать. Магнус сел. Кстати, тоже рабочий нужен. Все вырубать под Магнусом, чтобы быстрее храм Махабодхи построился. Так, а ему не важно, что... Там, по-моему, главное лес, чтобы был. Не важно, что... На холме. Где он тут... Грек, оно тебе только надо. В лесу, рядом со священным местом, в котором есть храм, да. Надо. Нужно еще святилище, храм, вот это вот все. Да ладно, ты отобьешься. Отобьешься. Фига тут территория еще. Нет, я тебя граблю. Ай-яй-яй. Варвар. Russians, the barbarian. Не уважаешь малийскую культуру. Нет, малийскую культуру я, конечно, уважаю, но... Зал для приемов. Амбар, наверное, пока нет. Вот мы могли бы такие караваны пускать. Ай-яй-яй. Промышленная зона 7. Ну, начнем, наверное, все равно со строителя, чтобы это убрать, а потом... Производственную площадь на 7 поставим. Кайф. Так. Центр коммерции. Библиотеку. Блин, так может тут сначала вырубить, потом уже туда идти. Давайте вырублю тут лес. Надо. Плюс они у тебя отваливаться сейчас будут. Надо поставить тут производственную площадь. Блин, тут и этот нужен. Насчет? Так, блин, а что я... Да, конечно. Ну, ты охренела. Не знаю, не хочу я лянг прокачивать, вот честно. Я бы еще одного губера взял. Причем, мне кажется... Я бы мог Шувьякагаму посадил, но у меня нету священного места тут. Так, давайте тогда в Нагою, чтобы она... Так, да. Значит, мы союзим Иерусалим. Раз, два, три. Видим все, что видит он. Мои священные места начинают действовать как священные города. Все. Наверное, все-таки Мокшу сначала в Нагою. Рейна у меня потом в Токио пойдет. А Амани надо будет попридержать для... Так, куда у меня там уже бегают? В Амстердам и Инхо, давайте в Маастрихт. Так, а меня слышно сейчас? Сейчас слышно. Да. Отлично. Поддержать для Аутхай, если у меня будут ее забирать. Вот и флотоводец. Плюс 3 к боевой мощи всех морских юнитов. Кайф, я его даже сразу использую, наверное. Пускай будет... Я же ни с кем не воюю сейчас. О, дорога гигантов. У нас тут дорога гигантов. Шотландия, предложение. Я жду... Давайте в картографию. Я бы... Прикол.
То есть кто-то вышел в банке, да? Или где там, короче, корпорации открываются? Где биржа? Ну, короче, туда кто-то вышел, очевидно, потому что я даже не вижу, где она. Но мне сообщили, что у меня монополия. Е-е-е. А у меня тоже было. Кто-то нас по науке гоняет. Точнее, тебя, в первую очередь. Если у тебя все ресурсы, то тебе говорят, что у тебя монополия до выхода в биржу. А когда говорят? А почему вот это сейчас сказали? Не знаю, ты, видимо, все одинаковые ресурсы собрал, которые есть нет, на карте. Нет, я точно не собрал все одинаковые, потому что этот ресурс, о котором сказали, что у меня монополия, есть еще у одного человека. Монополия — это когда больше 6... Нет, я понимаю, мне вопрос... Хорошо, хорошо, почему сейчас об этом сказали? Вот почему мне сейчас об этом сообщили? Потому что я его обработал давным-давно, этот ресурс. Мне об этом не говорили. А сейчас вот просто сообщили на ровном месте. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео.